Всякое доступно. Открыть. Быстро мы не используем. А это сколько ждать? Полтора часа. Быстро мы используем. Так. Сейчас покажем, какими танками нужно запастись перед грозящим обновлением. Какие танки переходят в разряд коллекционных, то есть исчезают из дерева прокачки. Самым жутким образом, вероломным. Так, ну вот у вас есть вот эти танчики. Переходят в разряд коллекционных. Их можно будет продать, как только перейдут. Поэтому ими нужно запасаться. Вот ими надо запасаться. Запасаться. Ихни. Мы запаслись с 4-го. По 7-й. Так, а это мы показываем, какие тачки в дереве. А то 18, медленно, там ля-ля-ля, сиськи-пуськи. Это не входит, вот это вот входит. Это входит Т-21, Т-57, Т-30. Так, это немецкая техника тоже, которая переходит в разряд коллекционный. Это советская. Это не то, это только. Ну, просто так. Красненькие не смотрите. Вот ни при чем. Ну, желтенькая. Желтенькая нас интересует, а красненькая нет. А желтенькая. Японская ветка. Их вымут из дерева прокачки. Белые коллекционные. F, T, A, C. D, E, 10. A, X, 40. Все, а это не только здесь пробег. Так. Потом можно, конечно, продать их после обновления 5 и 5. Ну зачем продавать? Зачем вам это золото? Нам не нужно. Ну так танчики будут в ангаре. Вот 4-й уровень. Замечательная машинка такая. Я думал, она это. Ну, средний танк. Хотя больше похож на ПД. Ну ладно. Не получилось. Мозоли паразит. И так далее.
Так, сиськами. Как мы его называем? Англичан тоже такой есть. Сиськами. Нет, нет. Метод, я имею в виду какой-то другой. На какой я имею в виду? Какой-то здесь есть. О, тоже там с сиськами. Вот так, там вот так. Ну и советов тоже такой. Так. Дальше. Потяжка. Японская. И французский. Замечательный танчик такой. Симпатичный. Молочный. Пятый уровень. 367. Американская. Противотанковая, самоходная, артиллерийская установка. О, симпатичная штучка. Так что это мне нравится почему-то. Это уже коллекционный морозильчик. Так, шестой уровень. Так, я типа Шермана. Шерман Чамба. Тоже немецкая. Лока. Так. 350. Советская. На глазки кролика похоже. Ля-ля-ля. Это не то. Это премиумная, она вывалилась из сундучка. Вывалилась. А это имба. Британская. Тоже станет коллекционной. Да. Вот. Еще один. 13. Как это ни странно. На кролик похожи штучки. Ля-ля-ля. Вот что такое. Ну то, что ли, вот как ее. Ой. Примерно не знаю. Это не крылашки. Или что это такое? А чё кто знает? А, вот сюда бить надо. Бух! Вот сюда прямо. Вот сюда фугас. Шмальнуть. И вот сюда фугас. Шмальнуть. И... Куда ещё? Вот туда. Чё, он дырявый какой-то. Но и сюда фугасом как шмальнуть. А это что, фонарик? Фонарик. Это в марке интересно, можно? А вот это вот. Вот туда вот шмальнуть дырочку. А вот это.
Ay, trenes. Mi ciudad tuya. Choc. No te. Rene La ciudad usó Shenzhualat. La ciudad. Rene Bueno. Mi ciudad, Rene Bueno. Apenas. Más mala здоровье оставалось, мы шмальнули противнику в дуло и испортили. Он гуляет и не попадает. Все это то ли рикошит, то ли не пробитие. В результате мы его убили. Совсем живьём. Да, ну ладно. Сейчас я скрасим его. Но здесь нет этого. Симпатично. Раскрашиваю. Белый камуфляж с двуглавым орлом. Здесь такого нет почему-то. Может, это у Иосифа Сталина? У Клима Ворошилова нет. Может, кого-то другого. Так. Героическое повествование. О! Премиальный. Нет, не премиальный. Это вот всё. По крицу одной техники, которой нужно запастись. Потому что и чтобы она появилась у вас. Мангали. Причем предупредили. Параметры коллекционной техники могут измениться. Могут измениться. Сделают из них неизвестно что. Вот это вот прелесть. Главная добытчица. Денежек. Серебра. Такая прелесть. А ее как порезать и все. Вот. Изверки. Разработчики. Так называемые пресловутые. И все. Из электронной мясорубки сделают ручную яйцерезку. И все. За те же деньги. А за какие деньги? За деньги. Вот. Черчилль Ганкарер. 500 золотых будет. А Клим Ворошилов от чертовой дюжины будет стоить 1500. Но мы его продавать не будем. Мы друзей не продаем. Пусть другие продают. А мы хорошие ребята. Странно. Я думаю, что вся премиальная техника должна быть в раскрасках. Почему тут такое натуральное такое было чувство? Чувство такое было. Она оказывается наоборот. А вот премиальный.
Эти чего-то не хотят раскрашиваться. Жаль. Надеюсь, роды премиумной техники, ой, господи, коллекционные, будут свои оригинальные раскраски. Т-21 везучий. М3Ли синезубый. Шерман Шамба, черт побери. Ну, типа того. Ну, ладно. Так. Оставим это на усмотрение разработчиков. Пусть подумают о чем-нибудь таком оригинальном. Все. Пока. Делитесь и размножайтесь, дети мои.